Первые самые собаки это были у деда, там по кличке такой смелый. Смелый, потом мальчик звали собак. Очень много было упряжных собак, которые постоянно там возле забора привязанные. У нас место было в СССР, назывался Собачий рай за рекой Ктичан. Там содержались собаки. Когда я вернулся на Камчатку, мне друзья подарили лайку с волком. Ну, как сказать, что это была прям такая прям моя любимая там собака. Она была, во-первых, тогда единственная, и она работала у меня просто, ну, как очень уникально. То есть помогала, таскала нарту на охоте, выручала из каких-то там трудностей, спасала от медведя. Вот. Так скажем, была собака, о которой я заботился. Но это была пока она в единственном числе. Когда стал уже вырастать, подниматься питомник, то, естественно, ты меньше времени уделяешь там любимой собаке. Вот. Но он уже стал как бы такой старичок, который для души. Он уже ходил здесь без ошейника. То есть он мог к любому зайти, залезть в будку, там отоспаться и так далее. Он порой уже забывал, где там что стоит, ножки слабенькие. Вот. Конечно же, я к нему всегда по-другому относился, нежели чем к другим. Все это чувствуют, переживают. Если я, к примеру, к одному кому-то подхожу, то я обязательно должен пройти вот всех. Я всех пойду, протискаю. Конечно, это есть, да. Почему? Потому что сразу все начинают кричать и требуют этого. И даже ты куда не подходишь, некоторые бывают, что даже так, знаешь, подобиделся, сидит, прям вот видно, знаешь, такой, не подошел хозяин, ай-яй-яй. Вот. Некоторые требуют такого внимания, что, знаешь, ты проходишь где-то кого-то там, ну, слишком мало ему там уделяют. Он тебя прям цепляется за тебя, за рукав, за штанину и тянет к себе. Там. Лапой там даже. Ну, лапой там еще что-то. Поэтому я стараюсь в пуховиках туда не заходить. Ha ha ha!